Вивіскою вулиці Деранже. Там в 19 веке називалась популярная кондитерская, где тут были собираться литераторы. И сегодня здесь также литературное кафе. А справа на набережной здание светло-коричневого цвета. В 19 веке была гостиница, которая называлась Демутов трактир. Принадлежала французу Демуту. И здесь останавливались многие известные люди, в том числе несколько раз останавливался Пушкин. Здесь он написал свою поэму «Полтава», причем в течение 3 недель. А здесь же останавливалась знаменитая Надежда Дурова, которая под именем Корнета Александрова провоевала всю войну с Наполеоном, в кавалерии имела ордена и медали, и впоследствии этот исторический факт лег в основу сюжета известного фильма «Гусарская баллада». А с левой стороны от нас протяженное здание желтого цвета, построенное в стиле классицизм, его иногда называют гимном классицизму. Это архитектурный стиль строгих форм, без вычурных украшений. Это здание главного штаба великого зодчего Карла Ивановича Росси. Здание главного штаба в 19 веке служило и штабом для императорской армии, Министерством финансов и Министерством иностранных дел. Здание является частью архитектурного ансамбля Дворцовой площади. Дворцовая площадь с противоположной стороны этого здания. Здание одно из самых протяженных в Европе. Протяженность фасада более полукилометра. И хорошо это видно особенно со стороны Дворцовой площади. И по центру этого здания со стороны Дворцовой площади находится знаменитая Триумфальная арка и Триумфальная колесница. А следующий мост, к которому мы приближаемся, является продолжением Дворцовой площади, главной площади Петербурга, Императорской России. Называется он Певческий. С правой стороны от моста историческое здание Императорской Певческой капеллы. Мост один из самых широких в Петербурге. Ширина моста 70 метров. Переходите в воды зимней канавки, одного из каналов Петербурга. С левой стороны мост, под которым мы пройдем, называется Второй Зимний, является продолжением набережной реки Мойки. Каменный мост, который создает иллюзию старинного сооружения, но на самом деле был построен в середине прошлого столетия и стилизован под старину. Петербурга, длина всего 250 метров. Ну и здесь через канал построено 3 красивых каменных моста и вместе с аркой галереи и ажурной декоративной оградой зимняя канавка представляет собой один из самых красивых романтичных уголков города, воспетых многими поэтами.